сегодня перед Великим Четвергом, перед нашим с вами общим причащением, вспомним о наших с вами грехах. Потому что прежде чем причаститься, нужно очистить свою душу от всякой греховной страсти, от всяких греховных наклонностей, но самое главное – возыметь желание изменить свою жизнь. Без желания переменить свою жизнь, измениться, покаяние действительным не считается. Можно называть грехи свои бесконечно, подходить к священнику и перечислять, выписывать и снова их повторять. Самое главное, нам нужно проникнуться ненавистью ко греху, возненавидеть его. Вот тогда исповедь и покаяние будет плодоносным. Об этом говорит сам Спаситель. Покайтесь, ибо приблизилось Царство Небесное. Покайтесь и принесите достойные плоды покаяния. Был такой случай в одной из обителей Египта, подвязался старец, к которому пришел молодой монах и рассказал о своей беде, в которую он попал. А попал он в следующую беду. Он попал в беду, полюбил одну красивую девушку и захотел на ней жениться. Уже принеся обеты безбрачия, целомудрия, он решил жениться на ней, так уж были сильны их чувства. И вот он, приняв такое желание, сказал об этом своей невесте будущей, а та была дочкой жреца. И она не могла ему сразу ответить, подошла к своему отцу и спросила: «Вот, меня замуж зовет монах, можно мне за него выйти или нет?» А тот говорит: «Подожди, я не могу тебе так ответить. А все эти жрецы, колдуны, ворожеи служат дьяволу. Он опускается в свой подвал, совершает соответствующий ритуал и вызывает демона и спрашивает у него: могу ли я отдать свою дочь за этого чернеца?» А тот ему и говорит: если он отречется от своего крещения, от своего духовного отца и от своих монашеских обетов, то можно. Вот он поднимается, дочке своей говорит: можно, если он отречется от крещения своего, то есть от Бога, от своего духовного отца, от своих монашеских обетов. Она счастливо побежала, рассказала чернецу, а тот воспылал таким страстным чувством к ней, что ответил радостным приветствием и согласился. Та снова прибегает к отцу и говорит: отец, он согласен, он отрекается ради наших отношений и будущей совместной жизни. А тот снова говорит: нет, подожди, я должен спросить. Снова опускается в подвал и снова после ритуала вызывает демона и говорит: вот моя дочь сказала, что тот, которого она любит, отрекается от крещения, отрекается от своего духовного отца и от своих духовных монашеских обетов. Могу ли я теперь отдать ее ему в жены? А тот ему говорит: нет. Почему? Ты же только сказал, что можно. И дьявол ему говорит: он отрекся от Бога, от крещения, от своих обетов, от своего духовного отца, но Бог от него не отрекается. Он передает это дочке своей, и дочь передает этому монаху то, что услышала от отца.
Мы не можем быть вместе, потому что ты хоть и отрекся, но Бог от тебя не отрекается. И вот после этого он ушел в египетскую пустыню, пришел к старцу и рассказал об этом. И тот говорит ему: ну что ж, оставайся, будем молиться. Ты попал в очень тяжелый грех. Неделю будем с тобой молиться и поститься. Я буду у себя в келье, а ты вот на той горе будешь молиться и искупать свой грех покаяния. Неделю молились, через неделю он возвращается к старцу и спрашивает: отче, а сколько еще молиться, как дальше буду жить? А старец у него спрашивает: а что ты видел? И видел ли что-нибудь вокруг себя? Видел, отче, высоко парящего голубя. Тогда еще будем неделю с тобой молиться. Снова расходятся на неделю, неделю молятся. Через неделю он снова приходит к старцу и говорит: отче, я молился так усердно, плакал о грехах своих, о том, что я, грешник, отрекся от Господа, от своих духовных наставников, от крещения, от обетов своих. Что ты видел? Спросил у него старец. Я видел, как голубь парил над моей головой. Тогда еще разойдемся, еще будем 3 недели поститься. Еще постились 3 недели, постился старец, постился сам этот инок, и молились Господу. Через 3 недели он снова возвращается и спрашивает у него старец: что ты видел теперь? Отче, голубь сидел у меня на плече, а потом впорхнул в мои уста. И тот ему сказал: вот теперь тебя Господь простил. Когда ты отрекся, ты потерял благодать Духа Святаго, и Он высоко воспарил от тебя. Но когда ты трудами и молитвами, покаянием загладил свои грехи, Бог возвратил тебе благодать Духа Святаго. И Он возвратился в твою бессмертную душу. Мы можем приводить много примеров, вспоминая Марию Египетскую, которая также грешила, 17 лет проведя в доме терпимости, а потом, уйдя в пустыню, 17 лет боролась со своими искушениями, грехами, воспоминаниями. Всего 47 лет она проведет в пустыне и принесет достойные плоды покаяния, что будет в своей молитве возвышаться над землей на локоть, даже ходить по воде. И будет получать пророческое прозрение о старце, который будет ее теперь духовным наставником, Зосима, и примет через его руки святое причастие перед своей кончиной. Сам разбойник Варавва, который много сделал греха, тоже после того, когда Господа распяли, изменяется во многих своих похождениях. Что важно, разбойник, который висел, как мы называем его, благоразумным, кается, приносит свои плоды покаяния через сокрушение и слова: «Помяни меня, Господи, когда Ты приидешь во Царствие Твоем». Еще один пример приведу вам, дорогие братья и сестры, из жития наших святых. Один из бандитов, звали его Варвар, убил 300 человек и даже 2 священников. И жил себе, грабил, пользовался награбленным, веселился, пил, ел, что хотел, гулял, как хотел. А потом совесть у разбойника лютого вдруг пробудил. И так бывает с каждым человеком, который грешил, как мы с вами. Грешим. И вдруг совесть, вдруг что-то подсказывает. Что ж ты делаешь? Зачем это ты так делаешь? Как же ты так живешь? Как же ты будешь умирать? Господи, прости меня, согрешила. Прости меня, Господи. Человек откуда-то вот таким сверхъестественным, божественным промыслом начинает понимать, что так жить нельзя. И он даже знает, что он поступил плохо. Даже светские неверующие люди, когда поступают плохо, просто плохо, говорят: ой, как же я плохо поступил.
или там просто обидел человека, ну зачем я его обидел? Или там надебоширил, разбил, подрался там с кем-то, ну зачем я с ним подрался? Вот чувство совести в человеке – это дар Божий. В безбожнике это вот пока сокрушение, а в верующем человеке это уже желание получить прощение и, конечно же, исправиться. И вот этот Варвар после такого страшного количества преступлений пришел в церковь. Пришел, а выходит батюшка, и когда тот рассказал его похождение, тот говорит: «Ты знаешь, ты столько нагрешил, что тебе так теперь нужно каяться, так нужно исправляться, что тебе одного покаяния будет мало». То есть надо не только поисповедать грехи, нужно принести достойные плоды покаяния. И он говорит: «Отче, я готов, что скажешь, буду делать. Вот все, что скажешь, я так грешник, я боюсь умирать в таком количестве грехов и хочу, чтобы Бог меня простил. Я слышал, что нет такого греха, чтобы не простил Бог. Я соделал много грехов, но знаю, что милосердный Бог даже это может простить». Ну, вот он этому дерзновению порадовался и говорит: «Ну, хорошо, будешь жить у меня на скотном дворе. Будешь жить не в человеческом жилище и не в шалаше, а со скотом, с коровами, с быками». И он с радостью соглашается. И батюшка пошел, а он за ним оборачивается, а тот за ним на четвереньках идет. «Ты что?» — говорит. «Встань, что ты тут ползешь сзади?» «Нет, отче, ты же сказал, что я буду жить со скотом. Я хуже скота». Вот он на себя положил на четвереньках ходить за соделанные грехи. И вот он шел, он за ним как на четвереньках шел за батюшкой. И вот так у него 2 года прожил. Батюшка его поисповедал. И он после исповеди, раскаявшись, ушел на подвиг молитвы, поста, загладить свои тяжкие грехи. Еще 12 лет он на четвереньках был, как животное ходил. У него на ногах мозоли, на руках, весь покрылся покровом, истрепал одежду. И лес, там он подвязался в лесу, в каких-то ущельях. Через 12 лет охотники увидели его и думали, что это какое-то животное. Выстрелили из лука в него и убили. Подбежали, смотрят, а это человек. Это был вот этот разбойник. Сказали об этом местному священнику, он узнал его, погребли. А потом было откровение, что от останков этого грешника начинаются твориться чудеса. Люди получают исцеление. То есть настолько человек исправил свою жизнь, что осветился, и через его подвиги и покаяние, как после трудов Марии Египетской, вы помните, мы называем ее святой, некогда блудницу, мы называем святая преподобная Мать Мария, моли Бога о нас. То есть у каждого святого, братья и сестры, есть свое прошлое. У каждого святого есть свое прошлое. И как часто бывает, это, как правило, прошлое греховное, а потом становятся святыми. Но и у каждого грешника есть свое будущее. У каждого грешника есть свое будущее. Бог хочет нам исправления, хочет простить всех нас. Но для этого нам нужно, во-первых, покаяться и принести достойные плоды покаяния. Без плодов, без исправления, без решимости бороться с теми грехами, в которых мы согрешали, покаяние действительным не является. Грешник, который кается и снова возвращается к своим грехам, подобен тому же псу, который свою же блевотницу потом съедает. Нам многое с вами непонятно в этом мире. Мы многое задаем вопросов Богу. А как это? А почему это, Господи? А за что это, Господи? А за что это война? А за что это наводнение? А за что это катаклизмы? А за что это дожди, ветры? За что это, Господи? Не понимаем. Один человек подошел к священнику и спросил: «Я не понимаю».
Я вот не верю, потому что не понимаю. А он ему говорит: а ты понимаешь, что такое пищеварение? Ну, слово понятное, переваривание пищи. А ты понимаешь, как там это происходит? Не понимаю. Ну вот если не понимаешь, значит, пока не поймешь, не ешь. Ну а как? Ну не все мы понимаем, но пользуем. Вот, дорогие братья и сестры, чтобы мы лучше поняли, а не просто опять перечислили свои грехи и разошлись, мы должны открыть с вами текст Священного Писания. Все достаточно серьезнее, чем нам кажется. И милосердный Бог, Он справедливый, мздовоздаятель, и строгий судья, и Отец любящий, который наказывает своих детей, чтобы исправились. «Слушай, Израиль», книга Второзакония, 6 глава. «Господь Бог наш, Господь един есть. И люби Господа Бога твоего всем сердцем твоим и всею душою твоею, и всем сердцем твоим, и всеми силами твоими, и да будут слова сии, которые я заповедую тебе сегодня в сердце твоем, и внушай их детям твоим, и говори о них, сидя в доме твоем, и идя по дороге, и ложась, и вставая». Закон Бога мы должны изучать, а мы его не изучаем. Вот давайте в этом в первую очередь все покаемся и скажем: Господи, прости нас. Ты дал нам закон, который мы не изучаем. Мы его просто нарушаем. Мы живем по своим законам, как нам хочется, как мы хотим, так и живем, Господи. А еще свои хотелки, свои желания, мы хотим, чтобы Ты еще смотрел на нас и благословлял, и помогал нам. Господь говорит: мало того, изучай. Блажен муж и жени, иди на совет нечестивых, и на седалище грешних не сиди. А мы с удовольствием посидим среди тех болтунов, пьяниц, а иногда и развратников, даже забывая о том, насколько это опасно, о чем Священное Писание предупреждает нам даже не сидеть с ними. Но блажен муж, который получается в законе Господнем, и причем не просто открывает, но получается в нем день и ночь. В книге Священного Писания Иисуса Навина в первой главе мы можем прочитать: «Да не отходит сия книга закона от уст твоих, но поучайся в ней день и ночь. Тогда ты будешь успешен во всех путях твоих и будешь поступать благоразумно. Будь тверд и мужествен. Не бойся и не ужасайся, ибо с тобою Господь Бог твой везде, куда ты ни пойдешь». Видите, как перекликаются места Священного Писания у одного, у другого пророка в одной или в другой книге. И мы читаем: будешь идти дорогою, и ложась, и вставая, повторяй эти слова закона Бога, и внушай их детям твоим. А вот теперь давайте мы вспомним. А мы с вами дорогой о чем думаем? Что слушаем в пробках или в машинах? О чем мы получаемся день и ночь? Телевизору, интернету, новым новостям каким-то кошмарным, новым каким-то событиям. Прости нас, милосердный Господи, что мы уклоняемся от заповедей Твоих, а потому и живем так, что вызываем грехами своими все те катаклизмы и бедствия, грядущие на вселенную. Не для того Бог создавал этот мир и нас с вами, чтобы мы нарушали Его закон. Вспомните, почему был потоп всемирный. Вспомните причину всемирного потопа. И раскаялся Господь Бог, что сотворил человека, ибо зло помышление сердца их было на всякое время. Это ж надо было так пожить, так нагрешить, что Господь Бог даже раскаялся в том, что создал людей и насылает на землю всемирный потоп. Дорогие братья и сестры, я сегодня сделал еще
две закладки, которую вам обязательно решил прочитать. «Если вы будете поступать по уставам моим, и заповеди мои будете хранить, и исполнять их, то я дам вам дожди в свое время, и земля даст произрастание свои, и дерева полевые дадут плод свой, и молодьба хлеба будет достигать у вас собирания винограда, собирание винограда будет достигать посева, и будете есть хлеб свой досыта, и будете жить на земле вашей безопасно». Вы слышите, что говорит любящий Бог? Если вы все будете делать, если вы будете руководствоваться этим законом, даже если вы оступались, поднимаясь, исправляться, то все это обещанное я дам вам, говорит Господь. «Пошлю мир на землю вашу, ляжете, и никто вас не обеспокоит. Сгоню лютых зверей с земли вашей, и меч не пройдет по земле вашей. И будете прогонять врагов ваших, и падут они перед ногами от меча. Пятеро из вас прогонят сто, и сто из вас прогонят тьму, и падут враги ваши перед вами от меча. Призрю на вас, и плодородными сделаю вас, и размножу вас, и буду тверд в завете моем с вами». Теперь мы обратим взоры на нас. Мы демографически падаем. Почему? Рожать не хотим, хотим наслаждаться жизнью. Зачем нам по этому закону Божьему, да еще и плодоносить? А сколько сделано абортов? Поэтому те, кто соделал аборты, должны получить особую эпитимью и до конца дней своих нести исправление жизни своей, считая себя достойным или достойной всякого наказания. Причем это касается не только женщин, но и мужчин, мужей, склонявших своих жен к абортам. Это страшный грех, который возопиит к небу об отмщении. Я буквально вчера слушал батюшку, я с ним знаком, Валериана, известный священник. Он рассказал случай, как к нему пришла женщина одна с криком, с таким раздражением на Бога, как это Бог мог попустить, мою девочку зарезали жестоко, куда Бог смотрел. А батюшка спросил: «А вы не делали абортов?» «Делала». «А куда же смотрел Бог, когда вы убивали свое невинное дитя в утробе? Как сокрушаетесь вы теперь о погибшем ребенке?» Провел с ней беседу, она в слезах ушла с пониманием, что, оказывается, грех имеет не только свою причину, но и свое следствие. Поэтому каждый из нас, согрешивший, а Паисий Святогорец говорил, если государственные законы запрещают аборты, то производство их ложится грехом на каждого, кто его делает. Но если государство разрешает аборты, то грех ложится на всех живущих в той или иной стране. Мы все на себе должны ощутить, что мы живем в стране, где разрешены аборты. И мы хотим того или нет, мы свои налоговые отчисления тратим на эту так называемую медицинскую процедуру. И все участники этого беззакония: «Господи, прости нас!» Мы спрашиваем потом: «За что льется кровь наших детей там? За что погибают люди, тонут, растекаются реки, горят леса тысячами гектаров?» Мы говорим: «За что, Господи?» Разве мы до сих пор не поняли? «И будете есть и насыщаться, и поставлю жилище мое среди вас, и душа моя не вознушается вами, если будете соблюдать закон мой». Что значит «поставлю дом мой среди жилищ ваших»? Это храм. Вот не было храма в юбилейном районе, и не было вины на тех, кто, может быть, в него не ходил, а вот теперь он есть.
И вина на каждом, кто в воскресный день спит и в храм Божий не ходит. Бог поставил дом свой. Поставлю жилище мое среди вас, и душа моя не возгнушается вами. А мы гнушаемся Господом, нам лень ходить в храм, мы, видите ли, устали, мы уже, знаете, томимся службой, там все и так там монотонно читается, тут не так, как по телевизору или в смартфоне. И буду ходить среди вас, и буду вашим Богом, и вы будете моим народом. И далее Господь обещает много тем, кто как родные дети. Знаете, как отец говорит: дети, вот будете вести себя хорошо, я вам и это, и то, и все вы будете, им даже наследство, все же я с собой не заберу, все ваше будет. Вот так надо понять и Бога как отца. Он все нам даст. Если бы нас с вами богатство делало лучше, Бог на каждого на нас насыпал, как в мультфильме «Золотая антилопа», столько, сколько ты забрать мог с собой. Но мы видим, как богатство портит людей, как они теряют человеческое достоинство. Как люди, которые забывают о Боге и думают, что все счастье в деньгах, теряют человеческий образ, не имеют уже ни стыда, ни совести. Вот они, эти вечеринки московские, питерские, что происходит там, где люди забывают о Боге и о стыде. Вот потому, если бы Бог знал, а Он знает это все, что нам бы достаточно было материальных благ, Он все бы нам дал, если бы мы становились лучше. Но мы не становимся лучше, когда у нас все хорошо, ездят трамваи, маршрутки, работают магазины, ЖКХ, горячая, холодная вода, микроволновки, стиральные машинки. У нас все хорошо, и мы забываем Бога. Вот что происходит с нами, дорогие братья и сестры. Мы забываем Бога, не Бог забыл нас. И Бог снова сокрушается. Ну как же так? Я же все вам дал, мир дал вам. Квартиры, живите, все в мире. Только не забывайте Бога вашего. А люди забывают Бога. А вот когда война, когда горе, все снова возвращаются. И что делать Богу? Ну как же вас еще вернуть? И Слово Божие говорит нам: куда вас бить еще, чтобы вы обратились ко мне, и я исцелил вас, потому что в хорошем состоянии вы не возвращаетесь. Человек, когда ему хорошо, он разленился, он портится, он повреждается. А как тревога, тогда Бога: Господи, помоги. Заболел? Да, Господи, помоги. Еще один пример: к батюшке пришла одна женщина на покаяние. 50 лет не каялась, 50 лет ни разу не ходила в церковь. Пришла: Господи, хочу покаяться, Господи, прости. А батюшка у нее спрашивает: а что послужило поводом покаяния? Что послужило поводом к тому, чтобы вы пришли вот с таким чувством раскаянного сердца? Батюшка, мне было откровение. Ну вот, приснула немножко, села, устала, утомилась, и вдруг слышу, у меня сердце так застучало, 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 и вдруг выскочило у меня. И я вот, ну, видела вот так вот, в тонком сне, как выскочило у меня сердце. Я его на руках держу, оно еще стучит. Я поворачиваю его, как же так? А с одной стороны оно как человеческое, с другой стороны прям ржавое. И стучит. Я от этого ужаса пришла в себя. Ой, стучит, стучит. Оказывалось, то показалось, померещилось, думал: ну, Господи, а сердце стучит, стучит, так вот такое у меня было откровение. Я хотела побежать к врачу, а потом сразу поняла: нет, мне не врач нужен, мне нужен врач моего сердца, мне нужен священник. И я в церковь, меня ноги сюда принесли, и исповедала грехи свои, потому что поняла, что сердце вот-вот может выскочить, как говорится, или остановиться. Вот, как правило, человек, когда уже на грани, вот тогда уже: Господи, вот, вот все, как правило. Вот там на передовой уже все серьезно с Богом. Это здесь у нас все, в игрушки играем. Здесь еще никто ничего не понял, зачем здесь Бог. Вот в этом все вместе покаемся, братья и сестры, в забвении Господа своего, Творца своего, небесного заступника и покровителя. Но дальше в этой же книге, а я сейчас читаю 26 главу книгу Левит, говорится: «Если презрите мои постановления, и если душа ваша вознушается моими законами, так что вы не будете исполнять всех заповедей моих,
нарушив завет мой, то и я поступлю с вами так. Пошлю на вас ужас, чахлость и горячку, от которых истомятся глаза и измучается душа, и будете сеять семена ваши напрасно, и враги ваши съедят их. Обращу лицо мое на вас, и пойдете пред врагами вашими, и будут господствовать над вами неприятели ваши, и побежите, когда никто не гонит вас». Вот это состояние страха, депрессии. Люди сейчас ходят по психологам, ищут какую-то, знаете, поддержку, с кем-то посоветоваться, чтобы кто-то что-то дал совет, а не к Богу, на к покаянию идут. Надо к Богу сразу идти. «Господи, прости! Господи, мы отступили от закона Твоего!» Какие психологи, какие советчики? Один через другому ходит посоветовать. Посоветуйте. А вы что? Вот он сказал, я вам посоветую вот это, вот это, вот это и другое. У нас, как батюшка Валериан как сказал, у нас вот как раз вся страна советов. Все только советуют. А батюшка вам говорит, помолись, покайся перед Господом, исправь свою жизнь. Вы видите, для того, чтобы получить прощение, нужно принести достойные плоды покаяния, вернуться к исполнению заповедей Божьих. Если психолог говорит о Боге и говорит о покаянии, это свидетельствует о его вере. Но если он говорит, я тебе помогу, и еще сколько-то это будет стоить, и ты придешь ко мне еще несколько раз, и я сниму твое напряжение, и ты снова полюбишь себя, и ты будешь успешен, но не будешь возвращаться к закону Божьему, не верьте такому и не ходите к ним. Вот потому, братья и сестры, дальше Господь продолжает, 26 книга Левит. «Если я и при всем том не послушаете меня, то я всемеро увеличу наказание за грехи ваши и сломаю гордое упорство ваше, и небо ваше сделаю, как железо, и землю вашу, как медь, и напрасно будете истощаться силы ваши, и земля ваша не даст произрастаний своих, и дерева земли не дадут плодов своих». Вот у нас. Вы знаете, что земля уже очень плохо родит, что все уже только на удобрениях. Помидоры не растут уже, картошка не растет, все уже погибает. Это тоже как бы за что? Или мы до сих пор ничего не поняли, за что? Давайте скажем, милосердный Господи, прости нас. Города ваши сделаю пустынею, и опустошу святилища ваши, и не буду обонять приятного благоухания жертв ваших. Опустошу землю вашу, так что изумятся о ней враги ваши, поселившиеся в ней. Вот серьезное предупреждение всем нам. Если мы и после этих предупреждений не принесем достойные плоды покаяния, не изменимся, если после этих слов жены перестанут смотреть в сторону, а не на мужей своих, мужья не начнут возвращаться вовремя домой и любить одну жену свою, перед которой обещался еси верностью и заботою, если впредь будет продолжаться пьянство, гуляние, разврат, насилие в сердцах наших, то мы слышим, что враги могут наполнить города наши. Вот вам ответ, а почему происходят такие события с миграционной политикой. Вы думаете, это просто так? Это мы так живем, мы рожать не хотим, приезжают те, которые по 5, по 10 рожают. Я с одним мигрантом говорил и спросил у него, сколько у тебя братьев? О, я говорю, не знаю. Как не знаешь? Да не знаю. Так бывает вообще, как это? Не знаю, сколько у меня братьев. Сколько членов твоей семьи? Ну, у меня, говорит, от мамы нас четверо. И дальше. Ну, у папы же несколько жен. Я там даже не знаю. У них разрешается даже по несколько жен. А сколько там даже не знает? Одного четверо, там восемь, у кого-то десять. А у нас сколько? Один, два? Ну, куда нищету плодить? Я должна отдыхать, я же должна там сходить, быть успешной, у меня должно все хорошо быть. Я же тут вечно собираюсь жить, мне же не умирать, мне же перед Богом не представать.
Все на земле, все должно быть здесь комфортно. Вот куда перевернул нас дьявол. О небе забыли, о Боге забыли, о нравственном законе забыли и хотим жить хорошо здесь. Вот потому Господь и разоряет все наше существование здесь, благополучного бытия, чтобы вы не прилеплялись ни к чему. А вас рассею между народами и обнажу вслед вас меч, и будет земля ваша пуста, и города ваши разрушены. Посмотрите, что мы видим уже по телевизору. Видели разрушенные целые города? Страшно смотреть, как Вторая мировая война. Вот мы еще видели только на картинках. А уже, оказывается, и сегодня это может быть осуществлено. Если мы вот так дальше будем жить и будем приходить, каюсь, Господи, съела не то, не знаю, было в печенье молоко или не было. Вот смотрела на обложку, а там вот не написано, а я съела. И Господи, каюсь, съела, а вдруг там в печенье было молоко. А вот таких грехов мы не видим, братья и сестры. Вот потому, если мы поймем, что именно наши слезы покаяния, слезы покаяния, исправление должно быть, а не просто холодное, пустое, Господи, прости. Вы знаете, что ученые говорят, что в наших слезах есть вещества, которые убивают в глазах наших микробы. Вот если бы у нас не было слез, люди бы слепли, мы бы жили с вами в окружении слепых. А так как у нас есть слезы, наши глаза видят. Им нужна вот эта влага, покаяние. Вот и душе нашей нужны слезы, которые омоют грешную нашу душу. И мы сможем видеть свои грехи, о чем просили весь пост. Господи, даруй мне зреть, то есть видеть мои прегрешения и никого не осуждать, и не осуждать брата моего. Неужели мы вот столько раз поклоны делали, всякий раз в пол? В пол ведь земные поклоны делали. Мои, Господи, дай видеть грехи. А я поднимаюсь, а вот она не такая, вот тот опять начинаю. Господи, да что же я себе просил? Давайте покаемся как раз в том, что, о чем просим, не делаем. Прости нас, милосердный Господи. Еще один короткий пример из 4 книги Царств, 20 глава, о покаянии Иезекии. «В те дни заболел Иезекия смертельно, и пришел к нему Исаия, сын Амосов, пророк, и сказал ему, «Так говорит Господь, сделай завещание для дома твоего, ибо умрешь ты и не выздоровеешь». Есть такие болезни, которые человек чувствует, что уже может и не поправиться. И правильно поступают те, которые уже сделали завещание. Можно подумать об этом и присутствующим. Вот после моего отхода из этого временного мира, мои дети поругаются вокруг моего наследства или каких материальных благ, которые ты трудом своим собрал. Или лучше собрать всех и распределить, сказав, ты твое вот это будет твое, сынок, а вот это твое, доченька, а вот это разделите между тем, а вот это что-то в храм принесете, вот это что-то нищим, убогим, вот это может быть на детский дом, а вот это может быть на фронт ребятам, а может быть как-то по-другому, как вы пожелаете. То есть завещание нормальный человек может сделать еще при жизни, потому что мы сегодня живем в такое время, что в любую минуту может наша жизнь пресечься. Скажите, я обращаюсь ко всем вам, где сегодня человек может чувствовать себя в полной безопасности? Назовите такое место. Нету. Такого места нету. Поэтому мы в любую минуту можем отойти ко Господу. И сразу суд. Должен однажды человеку умереть, сказано в Священном Писании, а потом суд. Вот тебе и суд, вот тебе и конец. Только не конец света, которого там люди когда-то, когда же он будет? Какое наше дело? Сроки конца закрыты от нас Господом. Вот пресечется жизнь человека, вот и конец твоего личного света. И вот ответ. Вот поэтому, братья и сестры, Иезекия, он поступил мудро. По слову пророка, составь завещание, ибо болезнь, которую ты заболел, она к смерти.
ты умрешь». Так Господь ему сказал. И он открыл ему пророчество. И что же было дальше? «И отворотился Иезекия лицом своим к стене и молился Господу, говоря: «О Господи, вспомни, что я ходил перед лицом Твоим верно и с преданным Тебе сердцем, и делал угодное в очах Твоих, и заплакал Иезекия сильно». Давайте еще раз обратим внимание, какими словами молится Иезекия. «Вспомни, Господи!» А нам будет о чем попросить Господа? «Вспомни, Господи, каким сердцем я ходил перед Тобою, что ходил перед лицом Твоим верно, и с преданным ли сердцем я ходил, и делал ли я угодное в очах Твоих». Вот Иезекия мог так сказать, а мы сможем так сказать? И если нет, вот покаяние наше сегодня должно заключаться в том, что мы выйдем из храма и будем стараться, сколько есть сил, внимание, повторю, ходить пред лицом Твоим верно, то есть знать, что всегда все, что ты делаешь, Бог смотрит на тебя. Как Авраам. Авраам ходил пред Богом, и это вменилось ему в праведность. Что значит ходить перед Богом? Знать, что Он всегда рядом. Ты всегда везде сы и вся исполняй. Ходить верно, с преданным сердцем Тебе, Господи, и делать угодное в очах Твоих. Вот самое главное, что вынесем сегодня из этого нашего общего с вами покаяния. «И заплакал Иезекия сильно. Исаия еще не вышел из города, как было к нему слово Господне: „Возвратись и скажи Иезекии, владыке народа моего, как говорит Господь, Бог Давида, отца твоего: я услышал молитву твою, увидел слезы твои. Вот я исцелю тебя, в третий день восстанешь, пойдешь в дом твой, в Господень, и прибавлю ко дням твоим 15 лет, и от руки царя Ассирийского спасу тебя, и город сей, и защищу город». Слышите, пророк получил благословение от Господа, сказать, что он умрет, должен теперь вернуться, сказать, ты будешь жить. А вообще так бывает? Я же от Господа тебе слова сказал, пророк Исаия. Он заплакал, сказал вот эти слова Господу. И Бог услышал его молитву. Бог увидел его слезы и простил его. Потому что он искренне покаялся со слезами. Со слезами. И прибавил Господь ему еще 15 лет жизни. Это была 20 глава, 4 книга Царств. Вот, дорогие братья и сестры, мы с вами приблизились к покаянию, которое мне останется только перечислить, а мы с вами все вместе будем говорить: «Прости меня, милосердный Господи». Согрешил, Господи, суеверием, нерассудительным доверием, снам, приметам, гаданиям, картам. Прости меня, Господи. Все говорим: прости меня, Господи, каюсь. Согрешил я в молитве ленностью, неисправностью, пропускал молитву. Ни утренних, ни вечерних не читали, в воскресенье в храм не ходили. Прости меня, милосердный Господи, каюсь. Согрешил я в молитве поспешностью, рассеянностью, холодностью, бездушием, лицемерием. Старался показаться людям более благочестивым, чем есть на самом деле. Каюсь. Согрешил немерным настроением, немирным настроением. Молился в состоянии раздражения, гнева, зложелательство, осуждение, ропота, непокорности, промыслу Божию. Прости меня, милосердный Господи. В Священном Писании есть такие слова: ибо мысли мои не ваши мысли, и ваши пути не мои пути, говорит Господь. Ибо как небеса возвышаются от земли, так возвышаются пути мои от путей ваших, и мысли мои от мыслей ваших.
И мы после вот хотя бы этих слов библейского пророчества еще должны задавать себе вопрос, а как это, Господи? А почему это Ты? Может ли глина задавать эти вопросы горшечнику? Зачем Ты меня сделал? И почему Ты рядом сделал другой сосуд для другого употребления, для низкого или высокого? Мы глина в руках своего горшечника и еще задаем такие вопросы. Як уже отстоит путь мой от путей ваших, и мысли ваши от мыслей моей, я так отстоит небо от земли. А мы хотим понять судьбы Божьи. Наша задача довериться промыслу Божьему, сказать: Господи, я доверяю Тебе, я верю в Тебя. И прошу прощения, что я на себя надеялся. Я думал, я сейчас схожу к специалисту, и он мне скажет, как мне теперь хорошо жить. Да если я грешу, если я не исправляюсь, я вообще-то достоин вообще-то хоть какой-то хорошей жизни? Или я больше достоин наказания за грехи свои? Наказание достоин, а не хорошей жизни. У кого-то пойду найду, куплю или договорюсь. Прости меня, милосердный Господи. Согрешил небрежным и неправильным совершением крестного знамения от поспешности и невнимания или от дурной привычки. Есть такие крестницы, и детей не учат крестить. Кстати, только сами, но и детей учите креститься правильно на чело, на живот, на правое, на левое плечо. Раньше крестились так, что даже вот здесь красное пятно было у людей, вот так молились, вот так крестное знамение накладывали. А сейчас вот такое вот крещение. И посмотришь так, стоим, крестимся вот так на людей. Святитель Иоанн Златоуст говорил, кто небрежно крестится, тот мух гоняет и бесов к себе призывает. Покрестился вот так, то есть лучше бы ты не крестился, стоя лучше, знаешь, руки по швам, и то лучше. Но если крестишься, не спеши, осеняя себя крестным знаменем. Когда небрежно крестились, а такое было, наверное, с каждым из нас, давайте об этом и у Господа попросим прощения. Каюсь, прости меня, милосердный Господи. Согрешил не посещение богослужения в праздничные воскресные дни. Запомните с сегодняшнего дня, те, кто кается. А вот сегодня покаюсь, завтра причастюсь, а потом у меня там столько дел будет в воскресенье. Вот все стоящие сегодня у вас в храме, кающиеся, тогда ваша исповедь принимается, если вы возненавидите все, что вы делали в эти дни. В праздничные дни, в Пасху или в воскресенье, это малая Пасха, и праздники, а мне надо было там куда-то. Прости меня, милосердный Господи, вот сколько останется сил буду, если не болен и не в путешествии, вот заболел, понятно, лежишь дома, но если где-то я по нерадению, то не пропущу, Господи, буду стараться, как устал немножко, буду все делать для того, чтобы не пропустить ни одного субботу вечером и воскресного богослужения. Тогда у нас вот такой храм будет, как сегодня, до конца, до дверей полный. А мы сегодня хотим причаститься, ну и все, теперь на год хватит. Не хватит, братья и сестры. Отныне вот мы должны, принеся покаяние, должны исправиться и жить по-другому. Значит, так как ты уже понял, я плохо поступал, теперь исправься и поступай хорошо. Уклонись от зла и храни благо. Согрешили неблагоговейным, непристойным поведением в храме. Сколько разговоров в храме? Сколько в храме болтовни, шума? Раньше в храмах на Руси вообще действительно можно было муху слышно, как летит. Прости нас, милосердный Господи, если что-то я... Ненужное говорил в храме, неполезное. И вообще, нужно ли что-то в храме говорить? Ты сюда зачем пришел? Зачем пришла? Молиться Богу или здороваться? Поздоровайся на улице. Дождись там, я тебя жду, сестричка, там. Там поговорим. Это не место разговора. Дом мой, дом молитвы наречется, а не дом ваших разговоров и всяческих воспоминаний. Согрешили легкомысленным воспоминанием имени Божьего. Прости нас, Господи, если призывали имя Твоего в суе. Небрежным обращением со святыней, с крестом, Евангелием, иконой, святой водой, просфорой. Прости нас, милосердный Господи. Каюсь. Все вместе скажем. Прости нас, милосердный Господи. Каюсь.
согрешил не соблюдением праздников, постов, постных дней, не соблюдением духовных постов, то есть старался освободиться с Божьей помощью от своих недостатков, дурных и всяких привычек, но не старался исправить свой характер. Вот нужно не только сказать: «Господи, прости, я сделал». Знаете, отец, допустим, любит очень сына, но сын подойдет к нему и скажет: «Папа, ты знаешь, я разбил твою чашку. Я вообще разбиваю твои чашки. Вот просто разбиваю». Отец может и не простить, если в тебе даже нет ни тени желания исправиться. Вот если ты подошел: «Папа, прости меня, я по нерадению зацепил, разбил». Ну, что ждет отец, помните? Ну, я больше, папа, я больше так не буду. Вот, все, иди, сыночек, все, вот сейчас прошло прощение. Разве это не так у нас вот с вами, те, кто детей имеет? Я больше не буду. Все, вот теперь Бог тебя простит, только смотри, больше так не делай. Вот что от нас требуется сегодня, братья и сестры. Согрешил гордостью, самомнением, считал себя лучше других, тщеславился. Прости нас, каемся. Согрешили осуждением, осмеянием грехов, недостатков и ошибках ближних, злословием, сплетнями. Вносил и ими раздор в среду моих ближних. Иногда мы словом скажем, и не случайно говорит, словом можно не только исцелить, словом можно убить, словом можно спасти, словом можно полки за собой повести. Слово – это великий дар Бога. А вспомните, кто когда-нибудь скверно словил, матом ругался. Запомните, скверные слова, особенно матерные, это дьявольское страшное согрешение. Кто матом ругался, поисповедайтесь обязательно, особенно мужчины. И положите на уста свои и руку, и замок, и помолитесь. Положи, Господи, хранение устам моим. Царственный Давид так просит. Положи, Господи, хранение устам моим, чтобы ни одно недоброе слово не зашло из уст моих. Больше того, Господь говорит через Священное Писание: за каждое праздное слово, сказанное человеком, ответ на суде держать будет. За праздное слово, а тем более за скверное, за матерное, за бранное, детям своим набежите. Навяжите прямо, я не знаю, там, на лбу. Никогда не ругайся матом, запомни. А сейчас все дети ругаются. В школах уже не просто ругаются, они разговаривают уже на этом языке. А мы говорим: ну, сейчас все так, а ты не смей. Ты уже с себя хотя бы ответственность сняла. Сама или сам не ругайся. И детям своим заповеди: никогда не говори скверные слова. А если говорили, прости нас, Господи, каюсь. Согрешили не надеянием на Бога, надеянием больше на себя или на других людей, а иногда на неправду, обман, хитрость, коварство. Блаженны все надеющиеся на Нь. Вот нам надо не забывать эти слова, а надеяться на человека. Изыди дух его и возвратится в землю свою. В тот день исчезнут все помышления его. Блажен муж и же уповает на Господа. Вот нам надо не помощи от людей ждать. Господи, помоги, Господи, тяжело мне. И смотришь, зашел тот или иной человек и помог. Не: ах ты какой молодец, мне помог. Тебя Бог послал, добрый человек. И через твои добрые руки меня Господь, грешницу или грешника, не оставил. Или врача послал доброго, причем такого, который там дал нужное лекарство, и ты выздоровел. Слава тебе, Господи! Ты послал мне доброго врача, послал мне мудрого соседа, который сходил за этой таблеточкой, и мне принес, аж легче стало. Слава тебе, Господи! Вот так православные живут. А нет, нет, я теперь этого врача буду держать в знакомых, я ему и то, я ему и это, если чуть заболею, теперь я знаю, куда идти. Он мне опять поможет. Да не поможет тебе человек. На Бога надейся. Да не убоюсь, что сотворит мне человек, говорит нам Священное Писание. Согрешил забвением Бога, нечувствием, страха Божия, забывал о Боге. Все видит ведь Господь и все знает. Не только дела и слова, но и тайные наши мысли, чувства, желания. И что Богу, что Бог будет судить нас по смерти и на страшном суде.
Я тоже об этом забывал. Прости меня, милосердный Господи. И в завершение, дорогие братья и сестры, хочу также особенно обратить ваше внимание не только на слова, на посещение храма, но и отношения в семье. Я прошу вас, постарайтесь жить с любовью друг к другу, со смирением друг к другу. Если жены не слушали мужей своих, забывая о заповеди Святого Евангелия, жена во всем да будет послушна мужу своему, покайтесь в этом. Господи, прости меня, я свою правоту пыталась доказать, я повышала голос на мужа своего. Прости меня, милосердный Господи, я не слушала мужа своего, поэтому все скандалы, все проблемы в семье возрастали, если еще не довели до развода. А если уже довели, то кайтесь тем более. Господи, причина-то моего развода не в муже, а во мне. Прости, милосердный Господи. Также и мужья, если повышал голос, не любил, не заботился о жене своей, а если тем более изменял жене своей, если тем более, может быть, забывал о том, что не ты глава, а глава Христос. Вот я сейчас спрашиваю у многих, особенно в год семьи, скажите, кто глава в вашей семье? Ну, жена говорит, муж. А мужчина, он говорит, а глава? Жена. Ну, вот. Ну, я глава, говорит. Да нет, глава семьи – Бог. Запомните правильную формулировку Священного Писания. Глава жени – муж. А глава мужу – Христос. Муж должен вести всю семью за собой к Богу, ко Христу, в церковь. Вот правильно поступают те мужья, которые говорят, собирайся, жена, завтра воскресный день. Собирайся, завтра праздник, поедем в тот или другой храм. Мы там, если куда-то поедем, где мы будем молиться с тобой? То есть ты путеводитель к Богу, потому что перед тобой Господь, и ты должен Его слушать. Вот тогда за таким мужем жена, как за каменной стеной. А если муж идет в гараж с мужиками пиво пить, если он гуляет, если он курит, если он домой на ночь приходить не приходит, то тогда жена должна слушаться Бога, а не такого пьяного мужа. Вот вам и ответ, как сегодня в семейных отношениях выстроить свои друг другу близкие отношения. Поэтому, дорогие братья и сестры, особенно в это время покаемся, что мы не бережем свою семью, не являемся примером для детей, ругаемся в семье, повышаем голос, а дети все это видят и подражают. Мама на папу кричит. Да разве такое может? Кричала мама на папу. Что-то там было не так, ребенок не помнил, но мама накричала. Покайтесь в этом, женщины милые. Это тяжкий грех. Господи, прости, на мужа голос повышала. Скажи ему кротко, скажи ему как жена, посоветуй ему. Он тебя больше и лучше послушает. И я на жену кричал, скажи, мужчина, Господи, прости меня, голос повышал, шумел, кричал, а может, еще ругался, а может быть, еще руку приложил. Прости меня, Господи, уже не любовь там между нами, а ссора, раздоры, какое будет тебе счастье. Вот мы спрашиваем, за что, Господи, за что у нас дети непослушные? Вот тот же батюшка, который уже вспоминал, у него недавно золотая свадьба была, говорит, и пришли дети, у него 7 детей и 32 внука. И вот пришли на юбилей золотой свадьбы и говорит, представляете, говорит, пришли и дети говорят, вот что мы можем сказать родителям в день их золотой свадьбы? Мы, говорит, просто никогда не видели, чтобы они ругались. Представляете, прожили 50 лет вместе и никогда дети не видели, чтобы папа с мамой когда-то ругался. Вот это семья. Я хочу пожелать вам, дорогие, вот этих семейных отношений. Не ругайтесь друг другу. Если возникают какие-то проблемы, подойдите их друг к другу, скажите искренне, скажите с любовью. Потому что слово, сказанное с добром, всегда получит ответ. Ведь доброе слово, сказанное даже злому человеку, и злого человека сделает добрым. А злое слово, сказанное доброму человеку, может сделать его злым. Поэтому будьте добрые. Будьте православными христианами, любите Бога, любите друг друга. Вот тогда и покаяние наше будет настоящее. О том, о чем сказал нам Христос в самой главной заповеди. Возлюби Господа, Бога твоего, всем сердцем твоим, всей душою твоей, всем помышлением твоим и ближнего твоего, как самого
себя. «Заповедь новую даю вам», – сказал Христос, которого все мы завтра готовимся приобщиться, которого хотим принять в свое сердце, хотим принять его в свою душу. Вот Он нам как раз и сказал: «Заповедь новую даю вам, да любите друг друга». Аминь.